Все же понимают по-русски, я понимаю. По-русски все понимают. С трудом мы понимаем. Да, да, да. Тогда, уважаемая Наталья Васильевна, уважаемые гости, я очень рад побывать первый раз, не первый раз в Екатеринбурге, но первый раз у вас здесь, в Российской библиотеке. Я тем более рад, что это совпадает с очень приятным обязательством. Вас поблагодарит за то, что вы делали за распространение знания немецкого языка, немецкоговорящей литературы, австрийской литературы, австрийской культуры. Вы это делали в качестве директора этой библиотеки с первого до самого начала. Мы только что слышали ваших студентов, как это прекрасно развивалось, вижу, как это прекрасно развивалось, и под вашим руководством стали настоящим центром встречи, обмена знаний, информации, культуры, что все связано с Австрией. Но вы и знаменитый профессор германистики, и под вашим руководством многочисленные студенты совершили или аспирантуру, и докторанты, докторские студии, аспирантуру, магистратуру, и этим образом вы очень много делали для распространения не только знания языка, литературы, но, я думаю, и распространение любви к Австрии. И за, все это федеральный президент Австрии, господин фон дер Беллен, решил вас наградить почетным знаком для науки и искусства, в знак благодарности и признания. И для меня большая честь вам сейчас вручить и награду, и грамоту федерального президента. Это для меня большая ära. Aus Ihrer Hand sowas zu bekommen, das ist auch eine Seltenheit. Das gibt es. Давайте на пару.